Боинг 737 приземлился точно по расписанию. За день до этого это уже второй самолет, прилетевший из Москвы. Именно этот маршрут наиболее популярен среди жителей Мирного. По словам сотрудников мирнинского авиапредприятия, с начала разгара пандемии здесь впервые отметили увеличение пассажиропотока. Только за первый день лета в воздушной гавани обслужили более 1000 человек. Из них 791 вылетели, остальные, наоборот, прилетели. Как показывает статистика, это максимальный показатель за последние 2 месяца. В этом году в связи с вводом ограничительных мер пассажиропоток за апрель снизился по сравнению с 2019 годом на 41%, в мае на 50%. Ограничений по перелетам в аэропорту Мирный нет, все направления открыты. В Мирный прибывают самолеты из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Москвы. Несмотря на ужесточение мер изоляции граждан, люди продолжают летать. Кто-то по делам, а кто-то просто отдыхать. Я прилетела в Москву 21 марта. А 24-го Москву закрыли, и я оказалась в карантине. А обратно вот у меня только удалось купить билет на 1 июня, и получилось, что у меня вот отпуск отказался вот так вот в Москве. С увеличением пассажиропотока прибавилась работа сотрудникам Роспотребнадзора и медикам. Они проверяют каждого на наличие симптомов коронавируса, составляют списки прилетевших. Бывает от 4 до 7 рейсов в день, и в зависимости, конечно, там от или Боинг, или там Ан какой, бывает от 40 до 70 пассажиров. На наземных же трассах ситуация другая. Сегодня сотрудники ГИБДД не ведут учет всех приезжающих и выезжающих из Мирного. По указу главы Якутии они контролируют только междугородние такси. 5 июня официально откроется движение через реку Малое Батубье. Сейчас здесь работники МУАДа устанавливают понтонную переправу. Как говорят районные власти, с ее открытием увеличится и поток автотранспорта в столицу Алмазного края из других улусов. Дорога открыта, поэтому мне бы хотелось бы еще раз призвать всех жителей Мирнинского района, если вы ждете кого-то в гости, особенно из города Якутска, понимайте все риск и опасность того, что к вам могут приехать и вас заразить. Несмотря на то, что в Якутии ежедневно регистрируется почти сотни новых случаев заражения коронавирусом, ограничений на въезд в Мирный пока нет. Поэтому власти и медики призывают все-таки помнить о мерах самоизоляции. Ивана Филиппова, Артур Голиков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».